село Кобляшково, где находится знаменитый рынок Кобляшково. И одноименный рынок каждый четверг вот здесь вот. Бывает огромный рынок. Он же базар, он же ярмарка, он же, не знаю, блошиный рынок. Все-все-все в одном, три в одном. Здесь можно найти все. И от старого молотка, которым подковывали еще лошадь товарища Буденного, до сапог солдата армии Наполеона или Александра Невского, великого вернее. Но можно найти также турецкие костюмы современные, которые носят современные турецкие янычары. Тюль турецкий, плюс овощи, фрукты. В общем, и блошиный рынок, как в Париже, и рынок, как в 90-х в России, и турецкий рынок нынешний одновременно. Все здесь. Кобляшково! Куда собираются купцы с разных стран. Можно слышать немецкую, французскую, английскую, русскую, украинскую, болгарскую речь, португальскую, японскую, корейскую. Ну, конечно, про корейский, японский я загнул, но итальянцев тоже нет. Но англичане, немцы иногда встречаются. Так что идем туда, делать покупки. Тюль из дворцов турецкого падишаха, либо шило, либо он черешня, почем черешня? 3 лева, а вон там блошиный рынок, а там дальше самогонный аппарат, самогонку гонит, уй-уй-уй. То есть предошел, сразу выпил, закусил тут же и пошел веселый, радостный, довольный. В общем, идем. Вот блошиный рыночек тут. Вам нужна медаль Александра Невского? Пожалуйста. Или подкова от коня Александра Великого? Тоже, пожалуйста. Все здесь, все здесь. 4 в одном. Ну, пошли. Цветы, овощи, фрукты, картошка, напитки, тюль, все. Любой каприз за ваши деньги. Все можно найти. Керосинку, пожалуйста, мед. Тут же. Самогонный аппарат настоял. Видели, там прошли? Самогонный аппарат. Самогонка торгует. Кстати, мы как-то в Грузии, ну, еще... В прошлом веке тоже, когда на Афоне были, там тоже самогон чаще торговали на дороге. Вот тюль из падишахских дворцов. Вот спортивные костюмы турецких янычаров. Вот все что угодно. Все что угодно. Вон там виноградник частный. В ряды на километры. Ну хорошо, не на километры. Ну так на полкилометра примерно раскинулся. Довольно-таки длинный рынок. В два ряда, в три ряда. И все это под липами, цветущим запах. Сандали. От бога торговли Меркурия. Все это колоритно. На фоне колоритных гор и колоритного городка Кобляшково. А как же, все течет, все изменяется. Все течет, все изменяется, кроме рынка Кобляшково, который мы знаем уже, лично мы знаем лет 5. Неизменно стоит только рынок Кобляшково. Ага, там липа, под липом. А запах этих лип, конечно, обалденный.
блошиный рынок где-нибудь в Париже. Вот молоток старый. Я говорю, вот им вот эти подковы лошадей Армен товарища Буденного еще. Черешня по 2,50, по 3, по 4,50. Специи, пряности. Все, что хочешь. О, часы Cartier, сумочки Louis Vuitton. Крышки для банок. Меч Кладенец соседствует с самогонным аппаратом. Вон машинка из Зингер 1836 года производства. А вот самогонный аппарат современный. В общем, все на рынок в Кобляшково. Колоритные фигуры здесь ходят. Он сейчас пошел в дедуля. Любой Готье. И Армани позавидовал такой модели. Как он одет, а? От лучших модельеров. Старый пылесос, старые какие-то ключи. Тут же он, старый обувь вал, навалом. Хочешь поштучно, хочешь парно. Причем разные пары, может быть. Одну красную, другую желтую. В общем, все, что пожелаю. Ой, пахнет шашлычками, мясом. Вон там жарят шашлычки, дымком потянул. О, вкусно. А какие, я говорю, колоритные фигуры. Я здесь сейчас встретил одного. Мужчину. Кутюрье всего мира обзавидуется. Майка от Армани. Брюки от рынков Кобляшково. Шляпа а-ля милитари. А на шее вместо галстука банные полотенца. О, прям, в общем, все кутюрье с ума сходят от такого колоритной фигуры. Такой колоритной фигуры все кутюрье сойдут с ума и повесятся. Особенно добил меня банное полотенце вместо шарфа на шее было. Или так кокетливо повязано, элегантно. Французским узлом. Ну ладно. В общем, рынок Кобляшково – это свой мирок. Я бы даже сказал, райок. Который стоит хоть когда-нибудь посетить. Хотя бы раз.